Всем привет, это гороскопы, я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Насладитесь в полной мере плодами своих стараний. Телец. Все, что вас смущало, обернется позитивными моментами. Близнецы. День благоприятен для поездок в дальние края, но наоборот, недоброжелателен для выяснения отношений. Рак. На вашем горизонте начнут вырисовываться приятные перспективы. Лев. Вам нужно полноценно отдохнуть от забот, вы это заслужили. Дева. Возможно, кто-то подарит вам путевку в дальние края. Весы. Берегите свой внутренний мир от вторжения чужих интересов. Скорпион. Кто-то способен в этот день вам подпортить настроение. Стрелец. Проведите этот день в кругу семьи, вдали от посторонних глаз. Козерог. Что-то приведет вас к основательному пересмотру своего стиля и гардероба. Водолей. Проявите немногословность, и вам это позитивно аукнется. Рыбы. В любви ожидайте страстные переживания и настоящие бури. Это были гороскопы, я Главицкая. До встречи!